Вы смотрите видео об отеле Турин. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Турин расположен в стране Италия в регионе Венецианская Ривьера и относится к классу гостиниц с числом звезд 3. На территории отеля имеется открытый бассейн с видом на море для взрослых и детей, солнечная терраса с шезлонгами у бассейна, круглосуточная работа ресепшн, лифт до третьего этажа, частично крытая частная парковка, гараж платно, необходимо бронировать заранее, информация о мероприятиях и экскурсиях, не разрешается размещение с домашними животными, трансфер виза аэропорта платно. Комната для завтраков с видом на море, завтрак, шведский стол, бар с панорамной террасой, широкий выбор напитков и закусок, ресторан Рестант Панфилов в 30 метрах от отеля, ужин, шведский стол с 19 часов ровно до 20 часов ровно, 2-3 основных блюда, вторые блюда, гарниры и десерты, выбор мясных и рыбных блюд на обед и ужин, пицца, мороженое, развлекательные вечера с живой музыкой и танцами каждую неделю, скидка для гостей отеля при выборе блюд по меню. В номерах есть кондиционер, терраса, вид на море, фен, телевизор, телефон, сейф, ванная комната с душем, Wi-Fi. Номерной фонд отеля состоит из стандарт-рум, возможно смежные номера, максимум 4 человек, атик-рум, находится на 4-м и верхнем этаже отеля, французская кровать, максимум 2 человек. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть пляжный волейбол. Для детей есть детская игровая площадка на пляже, песчаный пляж Паненте с шезлонгами и зонтами рядом с отелем. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.